Этим летом в Шуховлаб прошла школа для архитекторов и дизайнеров Сибур Поликарбо. Организаторами школы стали компания Сибур, Plastformers, Шуховлаб и школа дизайна. Школа посвящена исследованию новых возможностей использования поликарбоната. Первая, теоретическая часть школы, открыта для всех желающих и наполнена онлайн-лекциями от экспертов технологий, дизайна, урбанистики и архитектуры. К очной практической части присоединились начинающие и опытные специалисты из разных областей, которые прошли конкурсный отбор. Участники посетили первый в России исследовательский центр для разработки и тестирования продуктов из полимеров – Polylab Сколково. Производство крупномасштабных объектов 3D-печати Plastformers, а также экспериментировали в Шуховлаб. В командах участники разработали более 30 концепций в трех треках. Профиль, расширяющий возможности использования поликарбоната, архитектура и крупноформатная 3D-печать. Многие из этих проектов были реализованы в рамках школы.